Ну, а когда уже многое света, многое станцовано до упаду, где-то уже под утро наступает состояние, когда хочется пустить скупую, непрошенную слезу. И если вы не зря провели антракт, то, безусловно, такую слезу у вас вызовет произведение композитора Матвиенко, более известного как продюсер. Называется она «Конь». Thank you.
Птичкам принесла.